В дальнем конце Тель-Авиве большой зал. Мы, когда вышли, уже началось выступление, мы вышли, нас так ослепили светом, что мы не видели зал. Мы только чувствовали, что нас очень тепло принимают. А когда к концу концерта свет немножко притушили, и мы увидели людей, пришедших на наш концерт, мы, в общем-то, были в таком легком восторге и шоке, потому что ползала сидела в беретах с флагами ВДВ Тель-Авиве. Знаете, картинка, расписаешь Тель-Авив. Такое ощущение, что это Курск, Брянск, Орел, Новосибирск. И когда мы в следующем увидели, сколько сидит наших ровесников, и значит понятно, что это афганцы с орденами, медалями, мы друг другу на сцене потихоньку так, ну, общаемся иногда и шепчем там, типа, кто бы мог подумать, что столько евреев в Афгане воевало, а? Где они там были? А после концерта познакомились, подружились уже потом и на годы, и сейчас и переписываемся, и снова приезжаем туда. Ребята классные, они, во-первых, дружны, у них такая афганская настоящая диаспора, друг другу в жизни помогают, и с юмором у них все в порядке. Они говорят, это мы все в Советском Союзе были евреи, здесь мы все русские. Да. Появилась песня, которую мы посвящаем всегда тем, кто по разным причинам находится далеко от России, далеко от дома. А песню мы так и назвали «Русский снег».